Что, Соня? Это я, походу, блин, жесть. Время час. Я в час только подняла голову с кровати. Но надо собираться. Всем хорошего дня. И посмотрите эту закошечку. Очень даже красиво. Как мне тут нравится. Ой, вон там, смотрите. Красота. Мне постоянно пишите: Настя, почему ты тени не смываешь на ночь? Почему ты не смываешь на ночь косметику? Ребята, у меня темные круги вокруг глаз. Алло, у меня нет теней. Нету. Просто у меня так с рождения. Нету у меня косметики. Все, пожалуйста, отстаньте от меня. С этой косметикой на лице. Нету. Все. Улетит маму. Знаешь, что ты ждешь меня, милый друг? Мой милый друг. Я бич, я мечтаю полететь на Запишу такой мини-обзор сторис, чем я крашусь. Сперва я вот корректором, тоналкой. Вообще это вот от темных кругов под глазами. Вот так вот. Но я наношу его на полное лицо. Потом это под глаза наношу кисточкой, я все размазываю. Мне удобнее так. Потом я фиксирую все пудрой. Либо вот этой, либо вот этой. Вот. Потом брови. Потом тушь. И подводка, расчесываю реснички, потом румянчик наношу, у меня уже заканчивается все, и завершаю все вот легким этим бальзамом и цвет. Все. Вот вся моя косметичка скромно и ничего особенного. Ну, как видите, просто вот эту сперва наношу и кисточкой размазываю. Плотно ее вот так вот под глазами, особенно вбивая в кожу. Вот. Если вам кажется, что это много, то нет, на самом деле немного. Он такой легкий очень, как приблизительно BB-крем, наверное. Вот. И шею тоже затрагиваю. Ну вот, после того, как я нанесла вот этот крем как тон на лицо, и самое вот, видите, у меня темные полосочки под глазами. И, ну, вообще, я беру вот этот корректор, просто так точечно немножечко наношу под глаза. Ой. И над глазами. Вот так. Вот так мы боремся с темными кругами. Ну и также кисточкой вот так вот просто аккуратненько, легонечко я вбиваю. Не размазывающими, а такими вот действиями. И также над глазами. И все, вот как видите, тон ровненький. Ну и также второй глазик. Ну что, тон мы накрасили. Вот, я просто немножко отвлекаюсь на сообщения, поэтому такие паузы. В общем, тон мы накрасили. Теперь пудра тоже заканчивается. Все заканчивается, блин. Нифига уже ничего не осталось. Не знаю, где здесь все искать. Но потом просто пудрой ничего особенного берем. И вот так, чтобы вот таких вот блесков не было. Бликов под глазами, там, на щечках. Вот. Потому что мне не нравится лично, чтобы так блестело. Многие просто красятся тоналкой и говорят, им этого достаточно. Но мне недостаточно. Я люблю, когда все вот так вот матово на лице. Мне так комфортнее. Ну вот, собственно говоря. И, соответственно, на шею тоже немного наносим, так, чтобы было. Чтобы было. Ну и под глаза. Ну, дальше мы розовеньким делаем щечки. Вот здесь румянчик такой, как будто с мороза зашли. Вот так вот, тють-тють. А вот этим, которое вот этим вот, я не знаю, как он называется, я не шарю нифига. Вот здесь просто для того, чтобы было четче выражение черты лица. Я не знаю, как это называется. Я нифига не этот, как его там, визажист. И все, потом размазываем. И вот так вот скулы получаются. А дальше, соответственно, уже бровки рисуем и губы рисуем. Ну и, соответственно, потом глаза сниму. Брови и губы на месте. Теперь берем подводку. Обычная подводочка, ничего особенного.
И вот так вот под ресничками тонким слоем проводим. Вот так. И все, собственно говоря. После чего я беру тушь и тушью подкрашиваю нижние реснички. Ну, второй глаз точно так же. Прям тоненьким, блин, тоненьким слоем выводим стрелочку. И потом рисуем уже здесь. Ну, примерно как-то вот так. Ну, потом все выравниваете и тушью красите. Все. И все. Вот и весь процесс. Ну, все. Красоту навела, можно и по делам. Хочу пожелать вам хорошего дня и поблагодарить вас за обратную связь, за поддержку, за теплые слова, за то, что вы, не зная меня лично, переживаете за меня так, что, блин, я не знаю, это безумно приятно. Это вам поцелуйчик, и я желаю вам хорошего дня. Я вас очень люблю, спасибо, что вы у меня есть. И еще хочу поблагодарить вас за то, что вы прислушивались ко мне и участвовали в розыгрыше призов, вы поверили в себя, вы большие молодцы, что вы рискнули, это сделали, и поздравляю тех, кто победил. Половина мне уже отписались, остальную половину я, наверное, скорее всего, напишу сама. Хочу договориться на вечер с вами, чтобы выйти в прямой эфир и чтобы поделиться с другими, с окружающими вашими эмоциями, что вы также впервые, возможно, участвовали, либо вы участвовали, я не знаю, там, может, 10-й раз, и вам повезло, чтобы вы просто поделились своими эмоциями и сказали, что нужно в себя верить, несмотря ни на что. Поэтому ждем вечера, и я буду на связь. Кстати, я же писала как-то в сторис, что я начинаю с понедельника заниматься спортом с тренером. Тренер — это, знаешь, те кто? Это Ксюша Волкова, которая с проекта. Она проводит фитнес-марафоны онлайн, поэтому вы можете подключиться к нам и вместе со мной, и вместе с ней приводить свое тело в порядок, даже находясь дома. И даже если у вас нет резинок или нет какого-то там приспособления для спорта, она максимально дает легкие тренировки, как можно заниматься, даже используя какие-то, я не знаю, бытовые предметы дома. Вот, так что подключайтесь, там будет и растяжка, и тренировки, и разбор по питанию. 100 рублей в неделю. Заходите к Ксюхе и присоединяйтесь к нам. Так, ребяточки, всем привет из Китая, всем счастливого Нового года вам, счастья, любви, здоровья, удачи, теплоты и такой прекрасной погоды, как у нас. Всем хорошего дня. Как-то мы гуляли и заходили вот, вот такой прикольный магазинчик, ну как магазин, это вроде как и магазин, и сразу же пекарня, в общем, здесь есть все. Здесь самые вкусные пирожные, самые вкусные всякие там запеканки, хлеб просто-напросто, ну и вот такие вот вкусняшки, представляете? Ну, посмотрите на это. Как вы думаете, кто сейчас будет это все есть? Ну, не все, конечно, но... Я думаю, вы знаете ее имя. Сейчас повезу. Ребят, посмотрите только на этого модника. Модник, огородник. Какой крутой! В очках такой. А где твоя повязка? Ну-ка, расскажи нам. Крутой. В общем, ребят, китайцы, такие, знаете, еще те собачники, они любят собак, большинство, конечно, безумно любят собак, они их там одевают, не знаю, обувают, подстригают, ну, я нигде не видел до такой степени ухоженных собак, как здесь, в России, в Москве лично я такого не замечал. Еще один красавчик едет. Смотри, какой он пушистый. Они сюда останавливаются, Михаил, они сюда останавливаются, чтобы, знаете, на них посмотрели, поснимали, им прям самим это нравится, то, что, ну, блин, восхищается кто-то. Все-все. Так, дорогие наши друзья, еще раз хотели бы поблагодарить всех, кто принимал участие в нашем совместном гиви.
Мы специально даже сегодня встретились, чтобы вас всех поздравить. Поздравить победителей и поблагодарить тех, кто участвовал в нашем розыгрыше призов. Мы безумно вам благодарны. Вы большие молодцы, и мы вас любим. Да, спасибо всем за доверие. Было круто, на самом деле. У нас был такой мега-мега масштабный розыгрыш, где было 18 победителей. Обязательно всех победителей будем выставлять, показывать. Вот, поэтому со всеми будете коммуницировать, и будет у вас шанс всех поздравить. В общем, спасибо еще раз. Всем пока.